Надо отметить, что ежегодно в Тюменской области реализуют около 300 инвестпроектов. Так, 2023 стал плодотворным. Для региона запущено 4 крупных инвестиционных проекта. В частности, компания Green Life начала выпускать продукты из дикорастущих грибов и ягод. Инвестиции в проект составят 360 миллионов рублей. А в Ишимском районе появилось уникальное не только для России, но и для всего мира. Предприятия запустили в первую очередь завода протеин-си по глубокой переработке гороха. Кроме того, открылась вторая очередь научно-технического центра «Новатек». Объем инвестиций 16 миллиардов рублей. А в центре будет трудиться более 1000 специалистов. С начала 2024 года предприниматели Тюменской области подали 5 заявок на реализацию инвестпроектов.